Оу, что это тут у нас? Бля, ну нож. Ну чё это, блядь? Ну сука. Бля, ну пожалуйста. Отлично. Перед установкой убедитесь, что данные условия соблюдены. Обойдемся без приветствий. Установка и подготовка к запуску V74. Заходим на сайт Злоэму и регистрируемся. Ник должен состоять только из латинских букв и цифр. Длина от 4 до 16 символов. Не забываем активировать аккаунт по пришедшему письму на почту. Скачиваем официальный Origin. Во время установки снимаем все галочки. И не запускаем. Скачиваем архив Zlorigin. Распаковываем его в любую папку, отличную от папки официального Origin. Для удобства создаем ярлык экзешника Origin на рабочем столе и обзываем как Zlorigin. Скачиваем Z-клиент в любую папку по желанию. Большинство браузеров помечают его как вредоносную программу. Обходим запрет браузера и все равно скачиваем. Делаем ярлык Z-клиента на рабочий стол для удобства использования. Жмем правой кнопкой мыши по ярлыку Z-клиент, далее свойства, совместимость, уровень прав и ставим галочку напротив надписи «Выполнять эту программу от имени администратора». Если у вас Windows 10, то там же ставим галочку напротив надписи «Запустить программу в режиме совместимости с» и выбираем Windows XP SP3. Запускаем Z-клиент. Вводим в Z-клиент ваш e-mail и пароль, указанные при регистрации на сайте Zlo.em. Подключаемся, ждем установки Z-клиент. Программа отключится, после чего сама перезапустится. Вводим те же данные еще раз. Подключаемся. Ждем обновления. Если все прошло успешно, то вы получите сообщение в Z-клиент «Успешная авторизация», как и ваш ник. Запускаем Zlorigin. Он должен самостоятельно авторизоваться и открыться. Ищем в каталоге «Мои игры» игру The Sims 4. Скачиваем сначала его, а уже потом все игровые наборы, каталоги, дополнения и бонусы, которые доступны к загрузке. После того, как все скачалось, можно запускать саму игру. Запуск The Sims 4 нужно запускать строго по порядку. Запускаем Z-клиент, авторизируемся и ждем сообщения об успешной авторизации. Запускаем Zlorigin. Запускаем The Sims 4. Частые проблемы. Как зайти в Z-клиент под другим аккаунтом? Закрываем Z-клиент, удаляем в его папке zdata.zlo и запускаем Z-клиент. Автоапдейт Error ZX32DLL. Удалите процесс Origin в диспетчере задач и запустите снова Z-клиент. Ошибка Crack will not work with this file. Путь к папке, в которой лежит Zlorigin, не должен содержать название кирилловский алфавит, а лишь только буквы латинского алфавита. Вместо Zlorigin запускается официальный Origin и просит ввести логин и пароль. Следует перекачать и переустановить файлы Z-клиент и Zlorigin при отключенном антивирусе и защитнике Windows. Zlorigin не запускается. Нажимаем Ctrl-Alt-Delete и запускаем диспетчер задач. Далее во вкладке «Процессы» ищем процесс Zlorigin.exe и завершаем его. Origin. Произошла неизвестная ошибка. Перезапустите программу и попробуйте позже. Или в других любых проблемах, связанных с Origin, делаем очистку кэша Origin. После чистки кэша потребуется провести проверку файлов. Соединение прервано. Требуется критическое обновление. Необходимо закрыть Z-клиент из Zlorigin и открыть все по новой. Ошибка -4200. Незначительный сбой в загрузке. Просто повторите попытку еще раз. Остановил скачивание игры или дополнений в Zlorigin. Ставим скачивание на паузу и затем сразу возобновляем. Не удалось запустить. Клиент Origin не запущен. Почистите DNS. В описании к ролику будет ссылка на инструкцию. Ошибка D3382Z. Скачиваем оригинальный Origin, устанавливаете, сняв все галочки, и не запускаете его. Sims 4 не запускается. Ошибка MC-VCP-120DLL. Необходимо установить все нужные программы, в том числе VC-Redist-X64 и VC-Redist-X86 из папки Installer, которую вы найдете в корневой папке игры. Ошибка при запуске приложения. 0xc-5007b. Необходимо установить все необходимые проги, в том числе VC-Redist-X64 и VC-Redist-86 из той же папки Installer. Извините, возникла ошибка. В последнее время к версии игры The Sims 4 расширенное издание для данной учетной записи обращало слишком большое количество компьютеров. Пожалуйста, повторите попытку. Нужно удалить вот этот файл по этому пути. В Sims 4 английский язык или вовсе отсутствует. Нажмите на кнопку Origin в меню Zlorigin и выберите пункт «Настройки приложения». В настройках приложения найдите раздел «Язык». В раскрывающемся списке найдите и выберите свой язык. Перезапускайте Zlorigin, чтобы запустить его на своем языке. Переустанавливайте игру и дополнение.
В игре отсутствует скачанное дополнение. Выключаем за клиент из Лориджа. Затем запускаем все в правильном порядке. Нужно ли постоянное подключение к интернету? По сути, да. Но при игре через данный способ, вы всегда будете иметь самую новую версию игры и доступ к самому новому дополнительному контенту. Если вы хотите играть при включенном антивирусе, то добавьте эти папки в ваш антивирус, Firewall и защитник Windows. А если вам помогло или понравилось данное видео, жмите лайк, рассказывайте своим друзьям о данном способе и, конечно же, не забудьте подписаться на этот канал. И, как всегда, спасибо за просмотр.